Привет! На 101 кофемашине вышел подробный обзор и тестирование новой линейки кофемашин De'Longhi Magnifica Plus в лице моделей YKAM320.60, .61 и .70. А в этом видео его краткий вывод. Итак, новая линейка унаследовала довольно бюджетный корпус от серии Magnifica EVO, но зато оснащена большим красочным сенсорным дисплеем в 3,5 дюйма и удобным управлением, прорисованной графикой с массой подсказок новичкам, а главное, имеет на борту во всех модификациях программы правильного капучино, это когда в чашку сначала наливается кофе, а затем молочная пена, и правильного американо, эспрессо, которое затем разбавляется горячей водой. Именно так готовят американо в кофейнях, кстати. В итоге, без учета акций и спецпредложений, эти кофемашины должны стать самыми доступными в продуктовой линейке бренда с данными рецептами. Более того, здесь появилась новинка в рамках всего бренда De'Longhi – новая функция Extra Shot, которая позволяет добавить в любой напиток порцию эспрессо в 30 мл, тем самым радикально повысив насыщенность кофейной составляющей. Вы, наверное, слышали, как в кофейнях кто-то просит сделать ему капучино или флэт вайт на двойном эспрессо. Это вот именно этот рецепт. Более того, этот функционал также полезен любителям американо – настоящего, правильного, насыщенного. На мой вкус, американо на двойном раздельном эспрессо, то есть с включенной функцией Extra Shot, всегда получается вкуснее. Панель управления без преувеличения удобная, а все основные напитки в базовом виде. Эти новые модели De'Longhi Magnifica Plus варят точно так же, как и старшие сестры, например, серия Dynamica Plus. В данном случае экономия, в пользу более низкой цены, была достигнута за счет более простого корпуса, речь прежде всего о качестве пластика, и вырезании удаленного управления со смартфона, которое, на мой взгляд, в целом не особо ценно для любых кофемашин. Таким образом, если вы ищете полный молочный автомат от De'Longhi с программами правильных капучино и американо, причем вы любите действительно насыщенную кофейную основу, вспоминаем про функцию Extra Shot, и при этом вам не нужны всякие бонусы в виде холодных напитков или напитков to go, как было на самой дорогой линейке Eletta Explorer, то можно смело рассматривать линейку De'Longhi Magnifica Plus к покупке. А подробный обзор и тестирование все по ссылке в описании на сайте